Главное управление геологии при правительстве Таджикистана опубликовало новый список компаний, получивших лицензии на поиск, разведку и разработку месторождений и полезных ископаемых. Согласно списку, копия которого оказалась в распоряжении Радиозади, компания Форос получила право на пользование недрами золоторудного месторождения у Копхона и залежей сурьмы в Пахандаре до 2022 года. Эти месторождения расположены на территории Айнинского района на севере Таджикистана. Стоит отметить, что с момента появления компании ее основной деятельностью является импорт и реализация ГСМ внутри страны, а затем и поставки ГСМ в соседний Афганистан. Но со временем сфера интересов данной компании расширилась от школ вождения и фармацевтики до металлургических заводов. Напомним, что летом текущего года компании «Форос» были переданы права на выдачу медсправок формы 026 для поступления в школу и установлена цена в размере 78 сомоний. Власти не раскрывают имя владельца компании «Форос», однако источники близких к правительству говорят, что она принадлежит одному из зятьев президента Таджикистана, сообщает «Радио Зади». Следует также заметить, что для большинства жителей Таджикистана факт обладания компанией, одним из затеев Рахмона, никогда не являлся секретом.